Привет, привет. Ну, после разгрома группы Кямран, конечно же, разозлился. Создает новую группу и добавляет опять же весь этот голубятник туда и начинает разбираться, кто же рассказал Белли. Думайте, думайте. У вас еще варианты есть. Может, что-то да получится. Сейчас маленький кусочек выкину, потом будет продолжение. Дальше интересней. Шоу продолжается. Здравствуйте, я создал группу. Я хочу выяснить, кто слил из нашей до этого группы всю информацию Белли. Мне просто ваше мнение интересно. Посмотрите, пожалуйста, этот ролик. Вот поэтому я у тебя и просил номер белый, чтобы выяснить это. Я знаю, это давка. Давка. Он же передаст, блядь, передаст или пидораст, блядь, хуй его знает. Мне просто интересно, это был наш личный чат. Как можно было скачать все голосовые, все сделать скрины? Как это можно было все ей послать? Когда? Ты ебанутый вообще нахуй. Прежде чем вот такие обвинения кидать, надо уточнять, это я или не я, блядь, придурок. Слушай, Давид с ней общается. Я никогда не говорил, что я с ней не общаюсь. Мы не друзья, мы просто общаемся. Начнем с этого. Просто каждый пускай ответит, кто это сделал. Камран, этот придурок, Эрик, говорит то, что это я. А это не я, блядь. Я точно узнал, кто это сделал. Не переживайте, я знаю лично, кто это сделал. Я с Беллой поговорил. Она мне отправила голосовое сообщение, кто это сделал. И для чего было это сделано? И да, еще ты возомнил себя королем. Ты не король, ты шут. А королева здесь я.